Ксения, ну и что дальше? Это маленькая камера хранения получается? Нет, это не маленькая камера хранения. Это такая штука, блин. Смотри, она достала какую-то сумочку, да? Бумаги. Да. Что это там? Вот в ней должно быть там что-то. Ну ладно, пойдем. Не поняла. Я думала, это интернет. Тут потому что можно интернет покупать в интернете. Это интернет. Просто ты не знаешь, что в этой сумке лежит. Да. Да. Короче, тут можно дешевле покупать интернет. Мы вот купили там у, у продавца симок, да, там он берет 300 дополнительно, а это получается дешевле, это без этих 300. Ты подходишь и сканируешь свой номер, который тебе прислали, ты в интернете купил симку. И я так поняла, здесь ты получаешь эту симку, но она получила что-то другое, совсем другое. Ну это надо почитать, я почитаю. Ладно, всем привет из Осаки.